Я, короче говоря, устроился работать лесником. Работал, а толку, ну, не покладал рук. А толку, по-моему, никакого не было. Собирал древесину, все это носил на спине. Дрался даже с этими захватчиками, которые хотели меня убить. Тут моя база была. Сдавал дерево, получал дерево, собирал дерево из лесопилки. Продавал это за монеты. Короче говоря, все одно и то же. Так, погнали. Так. Давайте улучшим вот это. Короче говоря, стал сильнее, как говорится. Так. Так, ребята, как вы думаете, пойдем мы драться или нет? Короче говоря, пошел я драться. Но я не понял, как тут играть. Ни капли. Я вот это готовился, а черт знает к чему. Бился, ждал врагов пока. Ну подумал, зачем? Порублю я лучше дерево. Я сейчас насобираю дерево, то что там уже попробую построить. Походу наигрался. Все, так. Короче говоря, победил первую войну. Рублю пока снова деревья. Построил башню, сделал забор. Короче говоря, сделал себе еще и базу. Погнали, так. Началась вторая война. Пошел биться, но подумал. А мне не будет ГГ. И в этот момент у меня какого-то активировалась мега суперсила. Бля. Пипец. Что говоря, закончил вторую войну и победил. А в чем прикол, ребята? В том, что если я забираю зоны, то есть там это дерево, которое у меня осталось, я его забираю, и все отлично, понимаете, как оно у меня все четко. У меня все четко, как четки. Да, ребят. Так. Блин, не хватает чуть-чуть вообще. Магазин закрыт. Бля! Так, сколько? 630. Ну и монеты не хватает. Да давай уже вот это. Пойдет. Давай, улучшаем. О, гля, какая у нас хорошая лесопилка. Значит, вы так со мной. Хорошо, я понял. Все хорошо. Понял я. Короче говоря, устроился на лесопилку. Ребят, если вам понравилась эта подборка, короче говоря, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока.